Hello everyone, welcome back to the channel. Thank you so much for joining. If you're new, my name is Rachel. In this video, I'll be listening and reacting to Diana Akudinova. She's someone that I love so much, someone that I can never get tired of listening to. And this right here is a live studio performance. I hope you get to enjoy it. So, without wasting much time, let's dive into it. Мы гуляем или нет? На этом корпоративе был Плющенко. Не Плющенко, Лещенко. И он мне говорит... И ушел. Была история. Сейчас расскажу. Ну, сейчас лайнеры выглядят мои. Не слушай патруль, не тебя вру. То есть ты вчера согрешила? Почему согрешила? Дима, ну йодль! Что ж ты девушкам спать не даешь? Стасик, да ты ничего такой мужчина, я тебе скажу. Прям закончим и на шашлычки. Прям. Ведь жизнь придумана не зря. Я вас сегодня всех люблю. Блин. Песня называется «Зима без снега». Я тогда с нее начну этот вечер. Вы не против? Зима без снега, на душе вьюга. Знаю я, что можем мы друг без друга. Так что иди, мы можем друг без друга, давай. Все, давайте, начинайте. Вы только вдвоем можете добить. Не, ребят, давайте с вами. Мы растерялись. Давайте, все. У меня другая песня. Я жду тебя за столом. Покажем, что такое зима. Остывший дом и крепкий кофе. Там за окном знакомый профиль. Холодный взгляд, такой печальный. И легкий поцелуй прощальный. Нашей стало, и воздуха вокруг так мало. Ты рядом, но почти не дышишь. Как жаль, что жизнь не перепишешь. Как глупо все и как нелепо. Зима пришла мотивом пусты слова, сбиты строки, сценарий плох, актеры плохи. Все и как нелепо, зима пришла опять без снега и сводит по ночам с ума. Такая серая зима. Сумма такая серая.
Пошли ко мне, пойдем. Раз, два, три, четыре. Присаживайся. Рюшите, рюшечки, рюшечки, рюшечки. Класс. Ты комар? Я. Guys, I just feel like Diana is a very playful person in real life. Yeah, guys, I feel like Diana is a very playful and jovial person in real life. Like she can be easily talked to, or easily approached. Yeah, that's what I feel like. Friendly, yeah. That's the word. I feel like she's a very friendly person in real life. Я комар. А после последнего нашего стрима, когда мы делали шоу «Я в Музловте», я енот. Сергею сказали, что он похож на енота. Сергей, я обожаю енот. Енотов, вы в курсе, да? А вот и, ты обожаешь Серега, енота? Серега, все, ты в моем сердечке. Есть енот хороший. Ты не против, если я на «ты» ко всем? Очень. Да. Енот, просто вы такие молодые тут все прям сидите. Прям так приятно с вами общаться. Слушай, ну спасибо тебе за комплимент, конечно. Так фантастически. Это было смешно и неожиданно. Если, конечно, по старшинству, то мы с тобой, да, здесь самые молодые, наверное. Слушайте, и добро пожаловать в наш зверинец. Комар, енот. Да. Я представлю сегодня Музловт Бенд, Леночка Шиманкова. Лен, на кого ты, на какую звезду ты похож? Лисичка. Лисичка. Валера Черноок, барабаны. Просто ты? Барабаны, просто не барабаны, надо же. Да. Ваня Карасев, фамилия соответствует. Труба, Лёша Лебедев тоже, фамилия соответствует. Сергей Савин, мой соведущий Сергей Савин, енот Савушка и просто Стас Ярушин, я комар. Комар, а я кто? Кто я, вот давай. А вот с каким себя животным ты ассоциируешь? Давай. Ну вот правда, о, есть ты. У тебя такое? Горностай. Горностай. Ну конечно. Ну ты отмазки. Ну, что-то ни одну песню про горностай я не могу вспомнить. Такого нет, наверное. Почему? Горностай! А, ты меня называла! Это любое можно подставить, да, я так понимаю? Да. Горностай! И енот! И енот! Только ты этого меня называла! Горностай! Только-только-только! Этого мало! Совершенно верно подсказала. Я теперь представляю, как енот сидит с гитарой вот это. Ты знакома с творчеством вот этих вот людей, и я имею в виду не только фантазер, а и София Ротару. То есть ты все эти песни слушала? Ну, возможно, когда-нибудь слушала, но не так, что прям целенаправленно, честно признаться. А есть у тебя человек, который, ну, которому ты очень сильно прислушиваешься, который тебе говорит, вот, например, твое рок — это твое, или этническое какое-то пение. Вот есть у тебя человек, который... Вы знаете, я сразу вспомнила историю. Я как-то была на корпоративе, и на этом корпоративе был Плющенко. Не Плющенко, Лещенко. Вот это Дианка перепутала! А потому и что... был Плющенко на коньках, который говорил: «Старичок, сюда подойди! Сюда, старина!» Я не знаю, просто... Нет, Плющенко обычно катается под «Прощай» на все вокзалы. Плющенко и Лещенко. Дамы и господа, встречайте на сцене Плющенко и Лещенко. Плющенко и Лещенко. Ну, короче, Плющенко и Лещенко. Значит, я очень удивленно смотрю на этого уважаемого человека, потому что вообще не ожидала, что он там будет. Лещенко. Конечно. Ну, Плющенко тоже уважаемый человек, если что. И Лев Валерьянович, и Евгений, уважаемый. Вот, и он мне говорит: вы очень хорошо поете. Я не умею Дианочка, вот это вот. Вы очень хорошо поете. Да, ты будешь озвучивать. Вам идет рок. Вам идет рок, Яночка. Вам нужно петь только рок. Вам нужно петь только вот рок, эти вот Яночка. Вот драные наряды. Смеш, да, вот да. Это. И вот тогда он... Я просто не знаю, я вспомнила, ты сказал про рок. А так вообще, в принципе, все мои поклонники, ну, очень многие говорят, что рок мне подходит, и я могу его исполнять, а я считаю себя такой очень разноплановой артисткой, потому что я могу петь все, в принципе, потому что, ну, ты просто меняешь позицию, и вот ты оперная певица. Но наставник, если говорить про наставника, наверное, это все-таки по большей части всегда была моя мама, потому что я на нее всегда равнялась и равняюсь, и... Это может быть не музыкальный человек, но то, как она видит мир, то, как она меня поддерживает, это всегда дает толчок.
А на данный момент, чтобы прям наставник в музыке, что-то такое, наверное. Ну да, ты вот сама продюсируешь свои песни или кто-то помогает? У меня есть такая маленькая команда людей, которые мне свои, помогают, вот, но в своем вкусе я всегда уверена. И если я выпускаю какую-то песню, я должна быть полностью уверена в том, что я ее буду слушать. А пофиг. Ты в край родной, родной, песня наша. Туда, где мы тебя свободно пели. Вот это вот. Это на самом деле сложно. Мы когда записывали на студии вот этот ротик. Почему-то у меня сразу автоматически ротик такой включается. Я не знаю почему. Сложно это было? Да, это было сложно, потому что, ну, ты в такой манере не поешь по жизни, да. И ты такая, типа, так, я новая Диана Анкудинова, которая всегда пела оперу, давай представим. Но это уже более такая актерская задача, чтобы именно представить, подключиться и выключить ту Диану, которую ты всегда знала в себе. Но это сложно. Слушай, я, знаешь, когда знакомился с тобой поближе в интернете, я вот что вычитал. Анкудинова продемонстрировала пение йодель. Это вот, особый, кстати, вокальный прием, где нет слов, но есть характерные быстрые переключения голосовых регистров. Я посмотрел. Можешь ты мне сейчас... Так ты же так можешь. Охренеть, серьезно. У нас настолько мы близко знакомы. Выпуск с Ваней Дмитриенко. Я посмотрела кусочек, и ты там ему что-то подпевал где-то бэками, у тебя прям йодль. И я такая, вау! Стасик, да ты ничего такой мужчина, я тебе скажу. Попробуй. Петь не можешь, но ничего такой мужчина просто. Просто в целом. А сделай, пожалуйста, твой, свой йодель. Нас играем. А мы можем сыграть йодельскую песню, которую Диана когда-то исполняла? Йодель makes me happy. А вы ее выучили, что ли? Мы не учим ничего, но мы чуть-чуть... Что-то помните. Услышанное, да? Браво! Дед Сергей, вы лучший! Я не помню слова. Пофиг. Я не помню слова реально. Давай посмотрим текст. А его нету в интернете. Не помню. А на-на-на, а потом йодель. А я даже мотив не помню, я ее пела в 13 лет, вы чё? А мы сейчас помним на импровизе, давай я помогу тебе. А давайте сразу к йодлевой части перейдем. А, давайте. Чтобы я не пела вот это вот как... Это где переходим на другой ритм, да? Да, да, да. Yodel makes me happy, and everybody in the world would understand. Yodel match me the look тогда вот. О, я, да, смотрел это видео. Что-то, ну, да. Расскажи, пожалуйста, свои внутренние переживания. Нюша! Владимировна. Дорогая, дорогая моя Нюша! Да ну... Ну, блин, ну что нельзя было кнопку-то нажать? Мне же было 13 лет. Я знаю. Это было так давно. Да. Мои переживания, ну, я просто, честно сказать, была в какой-то степени готова к тому, что никто не повернется, как-то так получилось. Но последняя надежда все равно жила, что типа, ну, йодель все-таки. Если человек умеет петь йодель, то, скорее всего, он может петь все. Йодель вот. Билан не мог повернуться, что ли? Он ждал, пока, ну, Дмитрий Йодель.
спросить у него сейчас, Дима, когда он победил Дима! Маску, в которой я тоже участвовала. Дима, ну йодль! Надо было повернуться. Вот это ругательство. Нет, ну мои переживания просто я... Честно сказать, я тогда плакала, потому что была в шоке от того, что мне большой зал аплодировал очень громко. Да, там они все встали и прям аплодировали. Это... Тогда это было впервые, я поэтому просто слезами все прожила. И тогда Нагиев еще оценил вкус моих волос, сказал, что очень вкусные. Ну, он меня обнял, что-то я плакала, и он такой, какие вкусные у тебя волосы. А так, если произошло, к кому пошла из троих? Ой, это надо было тогда спрашивать. Планы сейчас, были? Сейчас никому. А мне кажется, знаешь, я на тебя... Я вот тогда в тот момент смотрел на Диану, и мне казалось, настолько она знает себе цену, типа, ну не повернулись и не повернулись. Ладно, ребята, еще увидимся. И вот 100%. Вот так и материально мыслил человек, прям видно по ней было, что была уверенность. Вот и все. Так и сложилось. Но меня учили, что нужно держать всегда лицо. Никогда нельзя, даже вот если ты чувствуешь, что тебя уронили, нельзя подавать виду, что тебя уронили. Ух ты, как это. So guys, apart from being a very friendly person, I also think that Diana is a very funny person. Like those kind of people that there's no dumb moments around them. Like when you're around her, you must laugh. Yeah, so I think she's also that kind of person. Сильно. Это вот. Прям как в Челябинске меня воспитывали. Так же? В суровом? Челябинске. Ты из Челябинска? Да. Я была там просто концертом когда-то, вот в прошлом году, что ли. Честно, и как? Признаться, собрала? Знаешь, какое у меня там воспоминание? Я не знаю, насколько это будет интересная история. Интересно. Я собрала Челябинск, все хорошо, там зал был полный. Вот, история, значит, идем мы завтракать, а там какие-то, ну, какая-то гостиница есть на возвышенности, что-то, я не помню, как она называется. Да, я даже знаю, что это за отель. Ну, короче. Ну, там внутри, типа, как Киркорова все такое. Ну, типа, да. Вот, и там... Чтобы... Отель моих друзей. Чтобы добраться до ресторана, который находится на самом верхнем этаже, я не помню, как он тоже называется, ну, нужно было просто очень долго идти, прям, ну, как-то, я не знаю, мы прям шли минут 10. А ты как бы уставшая... Не через стеклянный мост? Через стеклянный мост. Это отель моих друзей. Это просто ужасное место, потому что... Я тебе сейчас объясню, подожди. Это лучшее место, в смысле. Этот мост, у меня даже есть там фотография в тапочках. Да. Очень классный мост. То есть, как бы, ну, для фоток вообще шикарно. Но мы дошли, мы поднялись один, значит, это прошли мост, там еще поднялись, все. Заходим, никого нет, и подходит какой-то такой темнокожий официант и такой говорит, извините, пожалуйста, у нас здесь в тапочках нельзя. И я обратно все эти две башни через мост, вот это вот все, чтобы обуться, чтобы пойти еще обратно, опять подняться и позавтракать. Честно сказать, было... Ну, понятно, тебе пришлось туда и обратно пройти. Просто обидно. Я думаю, 7 утра, и я вот из-за тапочек, и я думаю, господи, я еще уставшая такая была. И вот это воспоминание просто, я такая, все, больше я в тапочках никуда не хожу. А у тебя клевый очень YouTube, ты сама его ведешь? Ну, у меня тоже есть какая-то команда людей, которые мне помогают с этим. Но я его не веду, считай. Типа, у меня всегда была мечта прям создавать какой-то креативный контент, прям, ну, какие-то тоже делать, может быть, интервью с кем-то. Да. У меня было очень много идей, но, честно признаться, я такой ленивый человек, что вот просто не идет. То есть я не блогер, вот поэтому я просто певица, а не блогер, потому что для меня вот эта стабильность, там, два ролика в неделю или там хотя бы ролик в месяц, для меня это уже... Боже мой! Какой ужас, я не могу. Хотя сначала ты зажигаешься, там, три ролика выпускаешь, все круто, там, вопрос-ответ, вот это вот все, и потом что-то скучно. Там миллионы просмотров, ну, это же круто очень. Круто, но этим надо заниматься прям конкретно. А не хотела бы ведущей никогда быть? Прям сейчас не хочешь побыть ведущей? На мое место, а я на твое. Зачем? Рабочую сторону проверить? Нет, просто мало ли. Может, у тебя какой-то вопрос есть? Я... Да нет, слушай, у меня был опыт, мне было 12 лет, я жила в городе Тольятти со своей семьей, вот, и когда, как-то ко мне обратились с просьбой провести какой-то большой концерт в большом ДК, а мне 12 лет. Типа как ведущая? Да, так. Ведущая, и там рядом был еще какой-то мужчина взрослый, он тоже типа вел, и мы типа с ним вдвоем вот за этой тумбой и все, и мне дают огромный сценарий за 2 дня. Просто огромнейший сценарий, и это надо выучить, потому что я ребенок, но типа мне не доверяют, чтобы я читала, а мне 12 лет, и я за 2 дня просто вот так вот это все учу, зубрю, все вот это делаю. Там много личной информации, явно. Да, очень много. Да. И ты выходишь на сцену, и как бы, и
ты все выучила, ты все знаешь, а вот этот человек, который стоит и читает, он спотыкается, и ты думаешь, реально, чувак, а ты не мог выучить? Тебе что, не за два дня налетел, что ли? Ну и такие моменты были, поэтому у меня был опыт такой... А скажи, пожалуйста, вот, Кисина, когда спросили пианиста, он говорит, у меня не было детства. Он по 8 часов занимался и говорит, ну вот так вот, хоть и любил играть, у тебя детство вообще было такое ощущение? Ты говоришь, 12-13, у тебя какие сплошные события? Как вообще психика-то? Нет, ну на самом деле я хочу вам сказать, что я очень благодарна маме за такое воспитание, потому что я выросла очень таким не очень ребенком, если бы я не была чем-то занята. В Тольятти в хоккей играла. А с подружками так вот погулять, дисциплина жесткая или все? Нет, ну типа,